Привет, мои хорошие, с вами Селена Сэй, и сегодня я хочу рассказать вам о своих покупочках с AliExpress. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, совсем недавно мне пришло несколько посылочек с AliExpress, это половина, наверное, и те, которые пришли очень быстро. Я хочу вам похвастаться. В общем, первое, что мне пришло, конечно же, так как я блогер, мне очень много интересно блогер, то есть я заказывала там о красоте, все с красотой связано и, естественно, с блогерством. Вот, поэтому первое, что я покажу, это то, что я заказала вот такие вот очень интересные маленький штативчик. Он как бы должен крепиться на любой поверхности, но сразу вам могу сказать, кто хочет такой купить, я взяла маленький, потому что у меня есть маленький один, но он не крепит, то есть он только стоять может, да, а этот может еще и зацепиться куда-то, думаю, ну если вот будет такое место какое-то, да, куда зацепить, но я уверена, что он не зацепится, потому что, как видите, вот ножка, смотрите, да, я повернула ее, вот я ее сгибаю, она разгибается, то есть она не фиксируется как следует, поэтому я оставлю ссылку внизу, чтобы вы понимали, что если вы хотите такое заказать, да, то оно будет крепиться не очень хорошо. В комплекте идет просто вот один вот такой вот штативчик, на нем вот такая вот штучка, куда закрепляются вот такие штучки. Я тоже купила две такие штучки, потому что они постоянно теряются, и у меня в сумке всегда должна такая лежать, чтобы закрепить телефон любого размера. Так оттягивается, закрепляете и снимаете. Поэтому не знаю, вот хотелось бы такое, чтобы она крепилась на все поверхности, вертикально и так далее. Это вряд ли будет крепиться. Слишком плохие пружинки у него. Дальше, что мне очень понравилось, это я прям хотела очень давно и приобрела себе, это водонепроницаемый чехол. Он сейчас у меня немножко тут с водой. Он на такой шнуровочке, можно одеть на голову, спрятать туда свой телефон. Тут три вот таких вот три на раз, два, три закрывается, да, потом закручивается и заклеивается, то есть ваш телефон полностью в прозрачной штучке и можно снимать. Сейчас вам покажу, и вы увидите, какие видео у меня получились прям в бассейне, прям и под водой, и на воде, то есть очень много классных новых видео и фото, я вообще очень довольна, и стоит он там сущие копейки, вот реально там, я не знаю, 180 рублей, по-моему. Вот, я тоже оставлю ссылочку на него вам внизу, если интересно, можете приобрести. А также очень прикольная вещь, я заказала наконец-таки линзы. Стоят они вообще 65-66 рублей. Три линзы, макросъемка, потом широкоугольная и рыбий глаз. Выглядит оно вот так. Три вот такие вот штучки на клипсе держатся. То есть мы можем, это на любой телефон, на любой универсальный телефон, то есть мы откручиваем вот так вот, что-то я не то открутила. Снимаем защиту, и здесь у нас идет вот такая вот насадочка. Сейчас я вам покажу, какие есть. Вот так вот она одевается, допустим, раз, на камеру, и все, и вы снимаете. И три насадки, то есть идут. Сейчас я вам покажу, вот макросъемка, широкоугольная и рыбий глаз. Вы все это увидите на видео, как оно выглядит. Ну, так для разнообразия прикольно. В общем, все работает, все снимает, мне понравилось. Ну, за 66 рублей, мне кажется, это вообще подарок. Что еще мне пришло с AliExpress? А, пришло офигенская вот такая вещь для девочек. Красота, красота, бьюти. Это помады все мои. Но я давно хотела заказать себе вот такой вот коробочек. Вот он. Здесь идет 4 ступенечки. И вот так красиво все стоят у меня мои помады. И теперь вот просто я смотрю, что я хочу, и беру. Мне очень нравится, как оно стоит, как оно выглядит. И тоже вот 180, а вот эта штука 180 рублей стоит, чехол другую цену стоит. Ну, в общем, я оставлю все ссылки внизу, вы увидите. И вот я видела, что подобные такие вот штучки очень дорого стоят, до 1500 в Икее доходят. Ну, не такие, конечно, маленькие, там побольше, но лучше взять вот таких вот и именно функционал, чтобы нес именно такой, какой вам нужно. И пришли эти посылки все очень быстро. Еще пришло мне вот такое вот покрывальце маленькое.
розовенькое, его можно использовать как полотенце, оно очень мягкое, очень такое вот нежное, розовое, ну, в общем, применение я ему найду, мне очень понравился цвет и такой вот кусочек материи. Вот эти все посылочки пришли мне очень быстро, мне кажется, даже 3 недель не прошло. Вот, остальное я жду, у меня впереди еще много интересного, помады, платья, в общем, там назаказала, обязательно вам покажу. Итак, вот мои покупочки, если было интересно, ставьте лайк, если появились вопросы, то задавайте их в комментарии, я обязательно отвечу. С вами была я, Селена Свей, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!